Трагедию «Антигона» будут играть артисты Камчатского театра драмы и комедии в Крыму. Уже в июне в городе Керчь пройдет международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны». Камчатский коллектив примет участие в конкурсе «От античности до современности». «Антигона» – главная героиня одноименной пьесы. Девушке из наделенного властью рода предстоит сделать непростой выбор – пойти за разумом окружения или же последовать за сердцем, но наперекор всем и навстречу собственной гибели. В напряженном действии постепенно разворачиваются мотивы решения Антигоны и ее судьба, поневоле вовлекающая в водоворот других персонажей. Режиссер спектакля Георгий Сурков. Отметим, жители и гости Камчатки могут увидеть спектакль на сцене местного театра 19 апреля. В 91-м сезоне это последний показ. Билеты можно купить в кассе и на официальном сайте театра драмы и комедии.